Всем привет! С вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике я сегодня опять играю в Warface. И это значит то, что я вам сегодня что-то покажу. ЛС. Вы помните тот видеоролик, которым я переписывался с этим парнем в конце видеоролика того. Так, и сейчас я буду с ним переписываться и читать его сообщение вам. Привет, привет! У тебя есть нашивка «Не умереть на выживании» и быть на первом месте? Нет. Я никогда не был на первом месте в выживании. И нету и смерти всегда были. Вот как-то так. Ну, у него есть теперь, ну. Я не знаю. Мне все равно. А можно? А хочешь тоже? А можно? А можно, да? Ну? Как это сделать? Ну хрен знает, может меня пригласить в какую-нибудь такую катку, на которой я сразу набью данные достижения. Так. А ну, без профиля, строго нашивку. Все какие-то гонятся за нашивками, хрен знает, зайти ко мне в комнату. Ваше звание не соответствует, пишет. Так, ладно. Я не знаю, на какой у меня я на ветеране. Нужно сменить канал. Так. Ну, потому что я знаю, если меняешь канал, то я могу войти в этих. Ну, ладно. Сейчас меню канал. А, я не могу в них зайти, я забыл. Я забыл то, что я не могу в них войти. Я не могу на них зайти. Ну, потому что... Я не знаю, я не могу на них зайти просто. Так что... Всё. Так. Ладно. Так. Кстати, я сейчас снимаю видеоролик. С тобой переписываюсь и снимаю. В общем, сегодня я решил вам показать, как я играю в Warface. И сегодня я поиграю в Снежный Бастион. Ну, ладно. Ладно. Ну, я же продолжу снимать, Я еще не такой тупой, чтобы прекращать съемку. Нафига мне это надо? Окей. Спец. Так, у меня немного заключил, ладно. Так, вот. Хотел снежный бастион, ну ладно. Белая акула. Мы играть сегодня будем в белую акулу. Ну, вроде все, только в белую акулу. У меня опять это оружие, в котором... Ну, потому что я не выходил. С той съемки того видеоролика я не выходил из Warface, и поэтому у меня все осталось как было тогда, когда я ушел. Так, окей, начинается, ладно. Окей, я зашел, и почему-то мне одному кажется то, что вот эти все маленькие ранги могут заходить только в PvE и в этом... Как он, в спецзадании. Почему-то в PvP их уже не видно. Видимо, там в PvP я теперь только могу играть с реальными профессионалами. Ну, реально, теперь у меня, смотрите, все золотые такие ромбики. Почему я зашел в катку? Не начавшись. Точнее, начавшись. Я хотел сначала поиграть. Они уже минуту играют.
Ну ладно, если я сейчас дойду до контрольной точки, то это будет достаточно таки круто. Так. Окей. Ладно. Подождем. Видите, сразу поменялась озвучка. Я еще не играл на белой куле никогда. Ни разу не играл. На черной куле я помню, что там были зомби. Точнее, в последний раз, когда я играл. Сейчас я уже не знаю, что. Потому что я играл на сложном, и там были зомби. Тут я зомби пока не вижу. Зомби нет. Наш радар засек, что к вам приближается да. вертолет. Здесь скорее я уже всего, проходил. Цель собирается покинуть здание на нем. Вы точнее, должны нет, добраться до вертолетной площадки, пока вертушка не приземлилась. А что, без сохранения? А, вот. Достигнута контрольная точка. Я уже проходил и не прошел. Такая команда была. Так что, возможно, я сейчас пройду первый раз. Так. Не забываем, что это профи, я могу убить. Стрелок убит! Чё мне так не везёт-то, блин? Так, давай. Блин, да ты чё меня завалил? Ты чё, нормальный? Зачем? Так, окей. Теперь зарядка. Вот это первый раз показываю крутое оружие, которое я получил. Здесь. Надеюсь, мне сегодня дадут еще какое-нибудь достижение. Благодарю. Переходите на следующий этаж. Так, ну что тут? Есть что интересное? Уго, сюда все. Так, я снимаю. Давайте, привет. О, ну чтобы они знали все-таки, что я иду сюда. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Почему-то я решил игроки поставить. Воскрешены. Так. Нейтрализован. Опа, видели, какая крутая штука? Вот доступа получен. Так. Придется монтировать видео. Блин. Пошли. Зачем? Так, ладно. Идите, твою мать. Извините. Продолжаем движение. Случайно. 7 киллов, ребят, 7. Патроны. Мы готовы к зачистке следующего этажа. Мы анализируем данные, полученные с серверов Blackwood. Я дам знать, когда мы выводим из них что-нибудь важное. Так, и вдруг что-то интересное. Достигнута контрольная точка. Боезапас кажется, пополнен. Да пошел ты нафиг, у меня лопата крутая. Блин. Ну ладно, ладно, ладно. Ресни. Ты дебил. Хотел использовать знак возвращения, а потом подумал, нафига? Итак, быстро. Все, уезжай. Уезжай. Нет.
Так. Значит, видос еще продолжается. И это круто. Так, следующий этаж. Ну. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Так. Игроки воскрешены. Есть. Стрелок нейтрализован. Ладно. Блин! Чего вы меня раните? Ладно, я последний. Я выйду из-за тебя, дай мне пару секунд. Не все равно. Стрелок убит! Стрелок убит! 17 этаж. Стрелок готов! Ну почему? Ну почему меня взорвали? Ресни! Медик лох. Как? У меня кончились патроны! Почему? Лифт! Капец, они лохи. Ну, лифт! Лифт. Все, сейчас продолжается. Я знаки использовать никогда не буду. Я их дам. Она может стать вашей следующей целью. Я попробую что-нибудь о ней раскопать, пока вы выполняете задание. Что это значит? О, все нормально, 5 этажей в белое окно, нормально мне дали. Игроки воскрешены. Это уже что-то какое-то. Почему меня постоянно убивают Где-то кто-то постоянно меня убивает. Мне кажется, одному или это. Я одному показал, что это. Почему я в него попал? Ну давайте, помогайте, блин. Стрелок нейтрализован. Брат, убит, можно идти. Ну хотя в хэдшот, ну ладно. Сильвера. Ну? Ну? Хэдшот! Ну вот я помогу. Давай. Патроны кому? Стрелок убит! Повторяю! Стрелок убит! Окей. Вот. Готовы к зачистке следующего этажа. Так. Кажется, еще долго, ну ладно. Тоже давай. Так, пока что я еще. Если. Вот доступ у нас, шевелитесь! Что у нас такое? Не дергайся, я выйду! Эдди, была старшим аналитиком в лондонском банке Brayman Brothers. После падения фондовых рынков Эдди и ее семья, как и несколько тысяч других людей, просто исчезли. Постаралась некая радикальная партия правосудия. Люди, потерявшие все свои деньги, открыли на банкиров настоящую охоту. Мне почти стало жаль Урсулу. Почти. Патроны, о, еще дали. Броня восстановлены. Другое. Игроки воскрешены. Звание. Нормально, чё. Дали два звания, мужик. Кажется, сильно. Ну. Блядь. Блин, молодец. Патроны. Так, молодец. Блин, броня, я ненавижу тебя.
как ни странно. Я патроны возьму. Там там будет дом. Ой, сайт. Как это не круто. Падился. Хотел два хэдшота. Мы включили лифт. Ну? Все, нормально, хорошо. Пошли, пошли! Пока что все нормально, так что... Ну, нормально. Даже представить не могу, что случилось с ней и другими работниками. Еще, еще одно звание, смотрите. Но известно, что эту охоту на ведьм пережила только Эль. Да, еще маленький ран. Ей удалось бежать в США, ну, давай. Где испуганные банкиры дрожали от одной мысли о повторении кровавой резни, охватившей Англию. О, еще одно дали, смотрите-ка. Смотрите-ка, дали еще одну. 7 теперь у меня есть. Так, где он сидит-то? Блин, меня завалили. Чё, кто? Спасибо, кирпич. Я просто его не заметил. Он здесь есть. Я все еще на последнем месте. Да блин, да почему? Ну, блин. Почему так? Мы, они достались с этим. Я истекаю кровью. Помогите. Врача сюда. Помогут? Нет. Помогите мне. А, нет, точно. Я забыл. Не знаю, я знаки не буду. Гранатомёт, Чайков, убивайте. Тащи, парень, тащи. Нет. Тащи. Тащи, 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 жди. Нет. Сбор. Теперь всё должно Сбор. Работать. Идите к лифту. Ребят, неужели есть? Я не пройду белую акулу прямо на этом видеоролике. Зря я это сказал, но... Всего через несколько месяцев. Всегда, когда я говорю, что я пройду... Акулу американским толстосумам помощь в защите их сбережений. Ладно. Эта женщина – финансовый гений. Так. Я ничуть не преувеличиваю. Так буквально в одночасье родилась корпорация Окей. Blackwood. О, контрольная еще одно, смотрите-ка. Боезапас пополнен, еще игроки одно. Воскрешены. А чем они вообще отличаются? Некоторые же они одинаковые. Одинаковые. Ты? Я убил стрелка! Ладно, пока что я злой и тащу. Это Стрелок убит! Пошли, пошли! Так. Кого замочили-то, блин? Неужели медик? Ладно, ладно. Зарядка. Зря это сделал. Как бы ладно.
Надеюсь, они запишут. Все-таки. Шесть раз меня убили. Я все еще на последнем месте, да. Хотя у меня больше килов. Вперед! Блин, почему у меня постоянно меньше килов, чем у всех? Так, окей. Так. Давайте, сбор. Мне кажется, это вот сейчас. Короче, сейчас ладно. Так, это уже 9-й уровень, и это значит, что опять мне дадут что-то. Она обращается с людьми жестко и считается с потерями. Сейчас Элис обладает огромным влиянием, еще. Но есть один человек, к мнению которого она всегда прислушивается. Этот человек — наша цель. Патроны, здоровье и броня восстановлены. А все остальное будет в следующем.